Конечно же, мы будем выходить на мировые рынки, мы, конечно же, мы будем укреплять свои отношения в следующем году с международными финансовыми институтами. Вы видели о том, что значит, миссия Международного валютного фонда, которая приехала, я думаю, они нам предоставили текст, а вчера они, по-моему, официально опубликовали. Вы пойдите и прочитайте, что говорит миссия Всемирного банка, Международного валютного фонда про состояние нашей страны, и оно буквально аплодирует решением и политики, монетарной политики, правительства, Национального банка. И это как бы не хвастовство, это оценка ведущих, значит, мировых финансовых институтов.